Встреча, которая проходила в стенах Брестской средней школы номер 13 имени Валерия Хована, была организована инспекцией по делам несовершеннолетних Ленинского РОВД не случайно. В стране наблюдается тенденция увеличения количества несовершеннолетних, вовлеченных в наркоторговлю, а потому именно этот факт стал главной темой встречи. Это мероприятие очень важно, так как в стране сохраняется устойчивая тенденция омоложения лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков. Число обучающихся, совершивших преступления в этой сфере, не только не снижается, но и имеет тенденцию к значительному росту. Именно поэтому сегодня мы проводим профилактику наркомании среди подростков. Мы посчитали очень важным привлечь родителей к этому мероприятию, потому что каждый родитель считает, что его ребенок не сможет пойти на такой поступок, а подростковый возраст и его особенности говорит о том, что любой подросток может быть обманут. Доказывают это и цифры статистики. Сотрудниками наркоконтроля Брещины за 11 месяцев текущего года выявлено порядка 365 преступлений, большая часть из которых связана с хранением или сбытом наркотиков. Стоит отметить, что это не единственное направление, по которому работают сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. В Брестской области индивидуальная профилактическая работа проводится с 1168 ребятами. В основном привлечение к ответственности ребят влечет за собой появление их в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, либо употребление алкогольных напитков. И данные статьи влекут за собой еще и привлечение к ответственности лиц, которые приобрели, например, алкоголь. То есть вовлекли несовершеннолетних в антиобщественное поведение. Внимательно слушали каждого выступающего, учащихся старших классов и их родителей. Ведь истории, рассказанные представителями правоохранительных ведомств, не просто пугали, они заставляли задуматься каждого присутствующего. Я считаю, что такие мероприятия необходимо проводить не только среди учащихся старших классов, но и их родителей. И примечательно то, что собрались здесь родители вместе со своими детьми, и они услышат о проблеме, существующей в нашем обществе, и, наверное, сделают правильные выводы в будущем, стоит ли поступать им так, стоит ли пользоваться тем запрещенным, что предлагается отовсюду. И я думаю, что каждый из выступающих расскажет о необходимости знать законы, знать то, что старшеклассникам запрещено делать. Стоит отметить, что такие встречи имеют систематический характер и проводятся не только на территории города, но и района. Специалисты уверены, что работа в таком формате сможет дать положительный результат.